Здесь нет места одиночной игре. Каждый действует только в интересах команды. Представители различных организаций со всего Приморья сошлись на поле зимней бизнес-спартакиады. Такие игры – это отличная возможность не только наладить связи со своими партнерами и конкурентами, но и укрепить отношения внутри коллектива. По крайней мере, видно тех людей, которые готовы, скажем так, сплотиться и потратить какое-то свое личное время, какие-то свои силы, чтобы не ударить в грязь лицом. За родной коллектив. Участников спартакиады объединяет не столько принадлежность к той или иной компании, сколько любовь к спорту и здоровому образу жизни. Несмотря на то, что почти все здесь любители, многие к состязаниям подходят весьма ответственно и даже устраивают предварительные тренировки. А для кого-то выбранный вид спорта впоследствии и вовсе становится серьезным увлечением. Бизнес-спартакиада в Приморье проходит уже 5-й год и все это время только набирает обороты. Количество представленных видов спорта, как и количество заявленных участников, увеличивается с каждым сезоном. Несмотря на то, что у нас сейчас, наверное, тяжелый период полностью в стране, но компании очень хорошо, позитивно настроены, с хорошим настроем, с хорошими результатами уже стартуют. Впереди участников спартакиады еще ждут соревнования по мини-футболу, настольному теннису, бадминтону, волейболу и полевой стрельбе. Всего на зимние игры в этом году заявились 20 приморских компаний. Продлятся игры еще почти месяц, и уже 29 марта организаторы подведут итоги и назовут имена сильнейших. Евгения Савдеева, Павел Михайлов, «Панорама».